Ну вот, уважаемые зрители, мы приехали на прорыв пульпопровода Дальполиметал с фабрики. Вот смотрите, что тут здесь творится. Все отходы пульпопровода, вот они находятся. Вот здесь все в чаче в этой, в отходах в химических. Все. По всей территории. И вас хочу вот обострить внимание, что никаких мер предосторожностей при прорыве не предусмотрены. То есть вот он пульпопровод, льется оно вот где хотите. Вот смотрите, вот сейчас мы приехали на